ресницы, ты ничто. Так приятно спуститься вниз в кафе, а твоя подруга тебе уже заказала кофе. Привет, девчонки. Так, сейчас я вам расскажу про таблетки, которые мне прописали. Малыш сейчас зайдет. Просто мне очень дует в ноги, я никак не выздоровела. Малыш, ты туда или сюда? Я вообще вышла в эфир ненадолго. Ненадолго. Буду выходить в эфир ненадолго. Привет, как настроение? Привет. Отличное настроение. Ваше как настроение? Как ваши дела? Давно не виделись. Вышла в эфир. Блин, забыла написать в телеграм-канале, что я... Девчонки, тут есть телеграм-канал кто-то? Как это сегодня спала? Я выпила таблетку, которую мне прописали. Не сделаешь, чтобы вы понимали, за этими таблетками на другую станцию метро. Что они почти нигде не продаются. Вот. Так. Да, мы тут. В чат на девчонки. Я там вам сделала опросики не просто так. Просто мне сейчас нет времени. Немножко сейчас я буду занята другим. И немножечко уйду с Инстаграма. Ну ничего, все равно я в блоге сижу. Как раз этот момент я смогу. Мне нужно за неделю, 10 дней, за неделю успеть много чего сделать. Вот. Но если у вас есть знакомый у кого-то, кто шарит в телеграм-канале, я ищу для себя. Потому что в телеграм-канале теперь я одна. Ищу себе менеджера. Менеджер. Потому что мне много девочек начали писать, что они бы хотели, девочки. Менеджер должен разбираться еще в телеге. Не просто скидывать какие-то интересные информации, но еще работать и сотрудничать, конечно же, с другими группами. Как мы здесь работаем, так же там. Вот. Если у кого-то есть такие знакомые, пожалуйста, отпишитесь мне. Вот. Зачем я сейчас устраиваю вопросы вам? Может быть, я как-то неправильно особо там выражаюсь, но вы знаете, я могу. Потому что я проснулась, сразу начала писать. Вот, короче. Так, я и читать вас, я не курю вообще, я не курю ничего, даже кальян. Короче, что я хотела сказать. Я вообще проснулась с таким, знаете, с таким лайтовым настроением. У меня сонливость от таблеточки этих появилась, конечно же. Это не очень приятно, я не люблю общаться, вы знаете, я человек, который не тупит, а наоборот, человек с стрелой, который много разговаривает. Но вы думаете, у меня быстрое мышление, это круто. Вот, но когда ты под этими таблеточками, твое быстрое мышление вот так вот, знаете, ты быстро-быстро-быстро думаешь, а потом так, и такой тупняк жесткий. Что с винитом передумала? Да, мы ждем ортодонта, когда нам поставят брекеты. Лиза, ну сними очки, я сниму очки, потому что с этим, конечно же, фильтром ты будешь более-менее неплохо. На самом деле, девочки... Насчет телеграм-канала я все говорю. Волосики по качеству у меня шикарные нарастили, но мы уже списались, и я буду менять свой имидж, конечно же. Потому что как поспала? Поспала я нормально, эти таблетки вырубают, я не просыпалась, я не помню. Может, просыпалась, но я не помню. Проспала нормально. Вот. Что хотела сказать еще? Мне очень срочно нужно делать ресницы. Но я не этому хотела сказать. И сколько стоят волосы? Волосы стоят на наращивание 55 тысяч. Почему все в Телеграм приходят? Мне вообще не нравится, неудобно там. Ну, потому что именно в Телеграм-канал можно... общаться, хорошо создавать свои чаты, плюс, ну, это вот твой телеграм-канал. А что мне надо было создать свой телеграм-ватсап, свой ватсап?
Это было бы не очень удобно. Ты без сосисок красивая, но нет. Я, кстати, я не знаю, у кого какая же проблема у меня. Из-за того, что вот я не сплю, у меня появились сильные мешки под глазами. Я не лечу в Тай, потому что у меня не... Я полечу, наверное, в Таиланд. После того, как я сделаю свои дела, поработаю. И потом, наверное, на недельку, на две я улечу отдохнуть. Но ненадолго. Так как нужно много работать в этом году. Сколько? 55 тысяч, да. Вот. Про телеграм-канал так и не сказала, менеджера. Еще у меня есть девочки, когда мы с вами разговаривали, что если кто-то хочет быть так, как я... Я потом предложила, что я хочу, чтобы телеграм-канал был, так как девочки говорят, что они за меня приходят, чтобы послушать мои ответы, да, там могу совет дать что-то, но сейчас я по времени не успеваю. Сказала, я выздоровлю, я уже не смогу так часто вести прямые эфиры, не смогу также общаться. Вот. Часто в телеге. Потом предложила где-то два раза в неделю, чтобы я спокойно могла выделять какой-то день. Еще я думаю, что у нас будут прямые эфиры тоже как-то с вами распишем, решим потом, какие дни будут удобнее. Например, вечер с Доной Розой, да. Хотя так не хочется здесь разговаривать, потому что очень много бывает не очень хороших людей. Когда сделаю в Телеграме видеосвязь, это будет бомба. Тогда все мои 10 тысяч человек будут со мной. Что я хотела еще сказать? Так, как старосту мы хотели сделать. Есть девочки, которые нечем заняться, они сидят в декрете, они бы хотели, чтобы они следили там за девчонками, конечно, потом будет и менеджер следить должен, конечно же, будет отфлиртовать, кто будет заходить. Но так как я, видите, меня сейчас не было в сети, я даже не знаю, что там происходило. Я так иногда поглядываю, к вам зайду, отвечу. Ну, конечно же, это же мое дитя должно просматривать. Бывать хоть раз в Одессе. Бы хотела побывать хоть раз в Одессе. Мне кажется, если я хотела бы хоть раз так безумно побывать в Одессе, я побывала, это не что-то заоблачное. Верхняя губа перекачана зачем? Зачем? Не знаю, спросите у этого фильтра, который мне ее перекачал. У меня с губами все в порядке. Короче, я так вышла к вам. Я выпью сейчас кофе, чтобы немножко убрать рассонливость и пойду дальше работать. Так. Сейчас поэтому на меня не обижаться. Что я немножечко исчезла с ваших подарок. Вот. Что я еще хотела сказать? Так, еще, там были вопросы. Хотели бы, чтобы я начинала опять готовить. Потому что, думаю, уже пора начинать готовить. Что еще за вопросы я вам задала в Телеграме? Ну, все равно тематика будет больше на тему... На тему больше будет, наверное, все-таки секса. Потому что я поняла, что мои подписчицы все очень озабоченные, как и я. Ну, я сейчас не особо, я лучше поем. Как много работы и секса не хочется. Вот. Что больше, конечно, заходит тематика секса. Уже вчера только нашла информацию интересную для вас. Ух. Ну, вы знаете мой совет. У меня есть фотка. Мне скинула Лерка ее. Если я вам ее скину, девчонки мои с телеграм-канала сразу. Я напишу, подпишите фото. Я уверена, что вы сразу увидите именно то, о чем я вам писала. Я работаю в Инстаграме, я работаю... Магазин сейчас мой не работает, поэтому я хотела розыгрыши произвести, потому что магазин сейчас мой будет отшиваться. Прикольная коллекция. Именно по ту работу, которую сейчас я делаю. Вот. Сейчас я учусь. У меня большая команда. И мне все нравится. Слушайте, меня прошу про работу, потому что это такая тупость, потому что я работаю, вот это моя работа. Даже общаться с вами, это уже моя работа. Работа. Вот я смотрю на некоторых девочек, они с таким большим удовольствием, они фотографируются 20 раз в день, выкладывают. А вот я не могу, мне тяжело очень. Я вообще не люблю фотографии. Как вы думаете, если переходить на видео? Короче, я вообще хочу узнать у вас. Я, наверное, пишу пост. Блин, просто у меня... Если то, что опять заблокировали, клянусь, первый раз я не заплакала, что меня заблокировали, я вам сейчас скажу. Я подумала, ну ладно, мы прорвемся и так. А знаете, почему прорвемся? Я скажу, почему прорвемся. Потому что вы и я
Дальше мы сделаем больше и в силу. Вы видели, да, я выложила, например, девушку. Больше сторис. Ну, ты моя зайка. Мне сейчас в блоге вообще не особо-то... Ну, такая лайт-работа. Она никак не влияет на мою статистику, поэтому лайт-работа. Вот. А, что я хотела сказать? Господи, сколько у меня мыслей-то пришло. Подождите быть подписчицами. Дальше будет вот маска моя, вот маска моя. Вот это жалко, что, конечно, она не прошла. Придется ее переделать, потому что под нее сделана будет коллекция моя. Ну, как коллекция? Там будет такая лимитированная. И вот сейчас, представляете, вы не представляете просто, сколько всего, и я просто сейчас делаю, но я должна была выйти к вам и с вами поговорить и посоветоваться, поэтому не обижайтесь на меня, что я уйду. Еще хотела сказать еще раз спасибо вам за то, что когда бы я не появлялась неделю, две недели, по три недели забивала на свой Инстаграм, на все, вы все равно со мной, вы меня любите, вы меня поддерживаете. Вы... Что у нас с вами есть обратная связь, это очень круто. Это топ. То, что мы действительно как семья, это правда. Вот. И поэтому я должна была выйти сказать, что не теряйте меня. Я вообще, когда вас говорю, спасибо вам за то, что вы у меня есть. И да, когда меня спрашивают, ты жалеешь, что ты сходила на проект? Я не жалею, потому что у меня есть вы. Я верю в то, что скоро мы со многими с вами увидимся. Все-таки проколесю я по России. Может, дальше. Ну, в Украину, наверное, меня не пустят, да? Вот. Я люблю вас. Я пытаюсь ответить каждому. Но сейчас честно сказать, я вам честно, вот сейчас, сейчас я пришла вам сказать честно. Что вот я хотела, чтобы мой проект Телеграм-канал, помните, второй был чат, что помощь там девушкам. Конечно же, есть такие ситуации в жизни, которым, ну, все равно, что как бы я не хотела говорить нет, но я не смогу сказать нет. Уже даже девушку сбили, я уже скинула ее историю на к Малахову, потому что я считаю, что это просто, я не знаю, как наши дети-подростки ходят в магазин, как мы, женщины, должны вообще куда-то приходить, если нас могут побить в салоне красоты, понимаете? Я в шоке от мира, что происходит, понимаете, да? Но я сейчас хочу заняться своей работой, полностью заниматься, уйти в работу, окрепнуть, стать еще сильнее. Когда я стану сильная, тогда я уже могу как-то кому помогать. Но сейчас я еще такая на плаву, и как говорит мой друг Арман, я плыву на своем корабле, который у меня уже такой, знаете, перекошенный, побитый, да, как бы меня жизнь потрепала. Но при этом я всегда сажаю в свой корабль людей, у которых все плохо, и пытаюсь им помочь. И мой корабль начинает тонуть вместе со мной. Поэтому, конечно же, нет. Поэтому я наконец-таки учусь. На этом будем с вами обсуждать, потому что таких людей, как я, добрячков очень много, которые себя этим еще и калечат, потому что они сами слабые, они дают свои последние силы. Нет, ни в коем случае этого делать нельзя. Это тоже большая работа над собой. На самом деле, это очень круто, что вы можете помогать людям. Я считаю, человек вообще в себе, в принципе, уверенный. Он всегда помогает человеку, не ждя взамен чего-то. Да, но вы должны при этом быть крепким человеком и знать, когда сказать «нет». Я немножечко не умела говорить «нет», мне как-то вот... Но сейчас я говорю нет. Я могу не ответить, сказать нет. Это круто. Вот. Вот, плохих мыслей. Очень много плохого мне пишут в директ. Я хочу уйти от плохих мыслей. Я хочу встать на ноги. Чтоб такая... Я прям представляю себя такая... Лиза. Вы такая выжившая, да? Сильная. Красивая. Поэтому я не буду к вам выходить. Я сейчас вышла вам рассказать, что да, мне не будет часто в эфирах, может быть, сделаю 2 эфира в неделю. Ну, посмотрим. Когда переезд это, когда я закончу
зубки делать. Не знаю. Переезд в центр. Квартиру, которую я хочу, она мне стоит от 120 тысяч. Квартиру, которую я хочу. И это круто. Никогда... Она, конечно, однокомнатная, но она красивая. Я хочу жить рядом с Арманом. Потому что это мой друг, это моя поддержка. Вот. И вы просто не представляете, какие у нас вечера проходят. Арман, Мэри, я, все очень разные, но мы очень творческие. И я даже понимаю, что я в плане сферы работы своей немножко ухожу от творчества, но моя работа — это общение с людьми. Вот, у них другое. И у нас очень круто. Мы поем, танцуем, разрабатываем для меня. Мы... Короче, у нас такая очень крутая атмосфера. И я хочу, чтобы моя квартира была большая. Вот. Я не буду свою квартиру покупать до того момента, пока я не решу, где я хочу жить. Я хочу больше, очень хочу, чтобы была большая квартира, потому что мы будем собираться всем. И также на кухне сидеть. Кто-то читает рэп, кто-то танцует. Это очень прикольно. Арман мне подарил колонку, я вообще самый счастливый человек. Я люблю просыпаться с музыкой, и вам советую. Просыпаться с музыкой. Это круто. Петь с утра, танцевать. Я люблю танцевать. Это поднимает настроение. Вот. Лизо, хочу в тебе команду. Нет, девочки, у меня нет. У меня как, нет, у меня есть своя команда в плане свой там менеджер, все. У меня команда профессиональная, и психологи, и астрологи, и все в мою команду, чтобы попасть. Это ж не так просто. Когда лучше 120 тысяч рублей платить за свою ипотеку? Думаю, как Арман рассуждает. Ну, может быть, я хочу немного другую квартиру. Я тоже так, блин, вот, наверное, люблю тебя за то, что мы схожи. Нет, у меня нет работы удаленной. Я сказала, что мне сейчас, ну, требуется менеджер на Телеграм. Но это Телеграм, ну, как бы... Человек, кто разбирается в Телеграме, он поймет, что я имею в виду и кого я ищу. Потому что... СММ-менеджеров для Инстаграма много, а вот для Телеграма не так. А, ты рассуждаешь 20-летняя девушка. Далеко нет, я давно уже не рассуждаю 20-летняя девушка. Еще я вас ознакомлю с очень крутым астрологом. Чуть-чуть приоткрою для вас. А, нет, я рассуждаю не как 20-летняя девушка. 20 лет я рассуждала совсем иначе, поэтому, наверное, я просто жила в свое удовольствие. 20 лет. Сейчас у меня немножко совсем другие планы и цели. Как раз таки я знаю, чего я хочу, чего я не допущу. Это очень круто. Сексуальные духи. Я не знаю, наверное, я не люблю сексуальные. Я люблю дерзкие духи, поэтому я больше люблю ароматы, конечно, схожи, и даже если это не секс, к мужскому запаху. Да, снотворное по рецепту. Снотворное по рецепту я ездила, потому что я попросила не сильное снотворное, чтобы не было сонливости. Но все равно мне сонливость у него есть. Как зовут астролога? Это я вам расскажу позже, если вы хотите, конечно. Астролог очень крутой. Она высчитала точное мое время рождения. Я буду реже с вами не всегда. Просто, ну, конечно же, я не могу... ребята, надо идти дальше, развиваться. Я очень... Я даже так скажу, я пошла ва-банк, это так круто, я иду сейчас. Мне жизнь много чего давала легко, ну, я уже рассказывала. Сейчас я от всего отказываюсь, что она мне дает. Я хочу попробовать жить по-другому и вообще меняю все. И это круто. Посмотрим. Это было страшно. И иногда не хочется, честно сказать, отказываться. Очень хорошего, не хочется отказывать от очень приятного, дорогого, и не всегда хочется отказываться, но ты такой отказал, думаешь, вау, я молодец, я смог. Посмотреть просто, как дальше повернется моя жизнь, что она покажет, это круто, мне так интересно самой. Ты живешь в свое удовольствие сейчас? Нет, вы неправильно меня поняли, я живу в свое удовольствие и сейчас. Но я живу как? Смотрите, я не работала 7 месяцев, но у меня были, конечно же, деньги. Когда я уходила, например, от своего супруга, разводилась с ним, у меня была достаточно приличная сумма, которую я заработала
за время. Раньше бы я эти все деньги пошла потратила сразу на шмотки. Я бы уже купила новую коллекцию Филипп Лейна и сидела, подсасывала бы лапку. Вот такая была в 20 лет. Я могла даже в долг набрать шмоток. Я была шмоточница страшная. У меня были свои любимые бренды. И не знаю, это бред был. Вот. Сейчас, конечно, у меня такого нет. И я тратила очень много денег на гулянки. Это я до сих пор делаю. Я согласна. В этом я не изменюсь. Но я и меняться в этом не буду. Я люблю жить на широкую ногу. И скупердяйкой я никогда не буду, не была. Это 100%. Мне нравится моя черта, что я уже говорила, не смотрю на сцены в ресторанах, что я вот... Ну, мне нравится кушать в хороших ресторанах. Ну и у меня нет ограничений в плане, я имею в виду счета. Если я захочу в этот день выпить вина, например, и погулять обалденно, и я выпила вина и считаю, дальше надо идти гулять, то я могу потратить и большую сумму денег. С такими деньгами нужно, если тебе в этот момент хочется, я считаю, нужно расставаться. Пускай это будет последние там твои 30-40 тысяч, но я все равно расстанусь. Но все равно, если... Как думаешь, стоит ли работать удаленно? Почему не стоит? Я, например, менеджера ищу, мне все равно, в каком городе он будет жить. Это мой менеджер, он будет работать удаленно. Вы можете брать несколько для себя, несколько работ и работать удаленно. Листы батарейка. Видела эту жизнь про девушку, да, я сразу написала ее сейчас. Я как бы, не знаю, не дружу, но я пытаюсь и людям помочь, и как-то вот программе, где Андрей Малахов, вот, и я ему сразу скинула, говорю, если вам интересная история, там много пострадавших девочек. Считаю, что клиника должна быть закрыта, клиника должна, я не знаю, в каких размерах должны принести извинения, я думаю, и финансовые тоже, за то, что девушка пострадала. Если бы это была моя дочь, я не знаю. Я всегда думаю о том, что это моя дочь. Поэтому для меня очень тяжело вообще смотреть на то, что происходит в нашем государстве. Я не политик, я не лезу в политику, я девочка. Я бы не сказала, что это особо умна, да? В какие-то моменты, конечно, я глупа, потому что я женщина и не разбираюсь. Но то, что происходит в России сейчас, большая безнаказуемость. Многим, как будто, знаете, вот так вот руки открывают, люди делают, что хотят. Ну, для меня страшное время, в котором мы живем. Вот. Если раньше я... В каком возрасте я, говорю, Мэри рассказывала. Мы жили на 905 года, я ездила в школу на Сходинскую. Мне было лет 10-11. Я ребенком сама ездила в школу. Я не представляю, что мой ребенок ездит на метро сам в 10-11 лет в школу, потому что в метро бывают режут людей. Да и вообще не представляю, потому что я в школу 7 лет ходила сама, да? Я не понимаю. Клиенты часто говаривают ради нашей жизни. Слушайте, я хочу еще детей, я хочу, как бы, чтобы, да, мои дети... Почему-то мне не хочется, чтобы мои дети жили и росли здесь. Это, наверное, о чем ты говоришь? Понятно, что везде мрак. Понятно. Ну, Зужа, давайте жить, ладно, как при Сталине. Давайте расстрел сразу. А давайте жить так. Ну, знаете, хотя бы не страшно будет выпустить детей наших погулять во двор. Страшно было в 90-е, сейчас спокойно. Ну, видите, для вас спокойно. Я в свои 90-е гуляла во дворе спокойно. Что было во взрослом мире, мне не интересно, меня не касается, мой папа не бандит. У нас не было в детстве, нам было не страшно гулять, я не знаю, о чем вы говорите. Вот. Нет, мне страшно, я не хочу открывать Инстаграм, понимаете, я захожу куда-то и вижу это, я тоже не могу пройти мимо. А если бы она ее покалечила? Ну как так? Я не понимаю этого. Слушайте, да, в 90-е было счастливое детство, я не знаю. То, что не касается нас, это то, что происходило у взрослых, у бандитов, что там перестройка. Это
это не касалось обычных людей. Не касалось. Может, там что-то с работой связано, но детей это не касалось. У меня было отличное детство. Сейчас на органы людей воруют. Меня боюсь в школу отправлять пешком, только на такси. На такси тоже страшно, если вы не знаете, кто. Да даже если вы знаете, кто, понимаете, когда ты смотришь телевизор, когда насилуют родные бабушки, ой, бабушки, родные дедушки насилуют, папы, дяди, друзья на такси. У меня один раз свекровь отправила дочку с каким-то знакомым, со своим соседом. Да у меня глаз, извините, вот сюда вылез. Я говорю, с каким соседом? Я не знаю человека и знать не хочу, я не доверяю никому, кроме себя. Клянусь я, со вторым мужем, когда оставляла дочку, я подслушивала. Да, я подслушивала, я такой человек. Я не верю никому в плане своего ребенка. И когда я приехала и вижу, что мой ребенок ходит в Питере один в школу, мне это тоже не нравится. Я ж думала, ох, а бабушки, а тут, простите. Бабушки, слава богу, я носила внуков своих. Она нос ей сломала? Да ладно, я не видела, что нос сломала. Я видела, что девчонка вся в крови. Ну, это, конечно же. И понятное дело, что эта девочка должна сесть. Ну, все, для меня больше другого я не... Если, например, в той ситуации с собачкой, вы видели? Выложила она. Это женщина, которая выложила это видео, следом выкладывает, не травить эту девушку. Дорогая моя, когда удаляй это видео, чтобы не травили эту девушку, вы сами выкладываете ее, конечно, девчонку все затравили, понятное дело, потому что всем стало жалко дедушку, собачку. Но потом выкладывайте, пожалуйста, не травите ее. Пожалуйста, удали видео хотя бы. Видео наш не удалила, у нее 2 миллиона на просмотр уже. Пробила ей голову, сломала нос. Ну, тварь, что сказать. Извините, вот я не люблю давать, конечно, ярлыки на руке. Тварь. Это ты что за существо? Когда я говорю хуже животных, я не хочу говорить хуже животных. Звери живут в своем мире, да? Да и вообще, для меня звери, животные лучше нас, людей. Однозначно. Знаете, я вчера и позавчера думала о глобальном потеплении. Мы скоро все умрем нахрен. И правильно, правильно, Земля, скидывай нас. Потому что мы просто тварями стали. Клянусь, я так считаю, это мое мнение. Я считаю, что мы стали тварями. Мы должны все сдохнуть. Если мы не умеем нормально жить, нам все время что-то надо. Мы еще становимся злыми. Мы границ не видим. Это ужас. Избалованная. А что будет дальше? Дальше будет хуже. Поэтому будет конец света. Писали же, не раз он был. Почему? Потому что люди всегда одну и ту же ошибку делают. Заметьте. Века меняются, времена меняются. Но люди, сука, не меняются. Никогда. И никогда не изменятся. Никогда. Так что так. Всегда были сволочи, предатели, уроды. Да, молодой человек, бухать можете только вы. Если вы не можете разговаривать на такие темы, или только разговаривать на такие темы побухать, то мне вас, люди, очень жаль. Слушайте, наш современный мир. Мы сами строим наш современный мир. Мы сами его строим. Понятное дело, что что-то внедряется как раз-таки из типа извне. Почему там, да, говорят многие мальчики, которые вот сейчас сидят за компьютерами, он выходит, просто начинает кого-то резать. Что они путают реальный мир с реальностью. Такую хуйню несет. Слушай, хуйня у тебя в голове. Если ты не разделяешь мнение с другим человеком, хотя мне кажется, что у тебя вообще его, в принципе, нет, наверное, раз ты так отвечаешь, то это правильно. У каждого своя правда, у каждого своя голова, каждый смотрит на этот мир по-разному. И я считаю так. Слушайте, я начинаю с себя. Я человек, который помогает людям. Я человек, который делает что-то, чтобы сделать чуть-чуть мир прекраснее. А вот вы начните с себя. Вы только писать можете.
Мне нравится, когда хейтер особенно пишет. Хейтеры могут вообще только обсирать, в принципе. Пойди вообще, пойди, я не знаю, помоги, покорми котенка бездомного. С чего ты начни? Или когда вот эти мамаши пишут гадости. У меня ребенок вот с детства, как моя, вот как она выросла, там годика два ему, да? С двух лет мы ходили, подкармливали всех котят, всех собачек. Мы давали денежки бабушкам. Мы могли на кассе пойти бабушке что-то купить старенькое, которое возле магазина. Вот это воспитание. То, что я хотела, чтобы моя дочь как я была. Я не сидела, никому не писала. О, ты такая страшная, о, ты такая тупая, а ты такая это. Что конкретно ты сделал? Во-первых, я как некоторые не ору, что я делаю. Понимаете? Если ты кому-то помогаешь, это не обязательно брать и выкладывать в сторис. Это тоже смешно. Но я сейчас сказала, что мне информация мне заполнять просто. У меня в семье тоже сейчас происходит. Тяжелая ситуация. В моей семье происходит. Но я не хочу, например, на ее делиться. Ну, кто-то там плюс телеграм-канал знает, потому что я искала врачей. Но ее делиться сейчас на всеобщее обозрение, меня жалели. Мне это не надо, мне это не интересно. Моя семья — это моя семья. Мы справимся сами. Я уверена и настраиваюсь на то, что мы справимся со всем. Ой, Аня, они всегда пишут чушь. Когда я к тебе приеду, все, я почти выздоровела. Аня. Чем ты употребляла, поэтому дочку не дает. Да, я все время употребляю. Сейчас скажусь. Привет, красавица, удачи тебе, дорогая. Да, спасибо. Привет. Надо приехать мне к тебе. Смотри, у меня эта неделя забита. На следующей неделе я могу приехать, у меня будут теплые вещи забирать. Дозировки умирают, люди очень пишут. Девушка молодец. Ага, героином кололась. Их что просто не знаешь? Какие употреблял наркотики, только честно скажем. Господи, прежде чем предлагать людям, что они сделали, посмотрите на себя. Какое пустое место, только строите прямые эфиры, всякое говно. Всякое говно прямо строите. А на себя написать. Конечно. Спасибо большое. Да, цели большие. Я не знаю, зачем мы заговорили про эту тему. Наверное, потому что нам вообще нам, женщинам, очень тяжело. Теперь вообще страшно куда-то идти. Очень страшно жить. Такую богачку из себя строишь. А я хоть раз говорила про деньги. Вот видите, как люди... Смотрите, каждый смотрит под своим углом. Я человек, который вообще в принципе не говорит про деньги. Никогда. Я пару раз сказала, сколько я зарабатываю, меня потом сгрызли, но люди все время спрашивали. За два года пару раз ответила. Я не люблю тему денег. И кто меня знает, мои подписчики, когда даже спрашивают, говорят, мы знаем, что ты не любишь эту тему обсуждать. Потому что, ну, как бы, это не касается вас, в принципе. Я вообще, мне кажется, я такой человек, что деньги – это не главное. Главное – состояние души, которое у тебя есть. Можно себя с косарем, поверьте, в кармане чувствовать охрененно. И так себя чувствовать с миллионом. Очень уважаю людей, которые не портятся, когда у них появляются большие суммы денег. И остаются такими же. Вот это круто. У меня 4-й размер груди. Откуда вы набежали? Я не знаю, кто за меня зажал. Я, может, не вижу ничего. Каким шампунем пользуюсь? Я мою голову только в салоне красоты. Короче, мне надо идти на ресницы. Я не знаю, как у меня будет съемка в этом. У меня просто должно быть несколько съемок. И... Что? Там без ресничек будет не очень. Поэтому давайте, ладно. Что твоя татуча? Может, лишь бы унизить бабу, с которой будет пиздец. И не унижать, а ему в ахуе нового поколения людей. Он что же про меня разговаривает, но пускай поговорит про меня, может, его... еще 30 человек к нему прибавится. Ну, люди, ну, неинтересно мне обсуждать Алексея Чайца. Я вам все рассказала,
По-моему, все понятно. С ним. И все. Конечно. Нет, надо стремиться зарабатывать какую-то определенную сумму, которая ставит себе цель, да? Ну, я не знаю. Мне кажется, глупо думать о том, что если ты станешь миллионером, ты станешь счастливым. Конечно, нет, ребят. Там нужно много работать. Подумать о том, что когда у тебя есть миллионы, потом ты их потеряешь. Вот, наверное, это очень тяжело. Не зря многие себя потом... Поэтому это тоже... Но, честно сказать, я бы хотела стать. А то, что он рассказал, что ты употреблял, нахуй, тебе пытаться портит. Итак, слушайте, человек курит косяк на камеру. Для него нормально употреблять наркотики. То, что мне стало один раз плохо, я сказала, да, но я человек, что, да. Слушайте, мне 30 лет. Если вы думаете, что я никогда в жизни ничего не пробовала, но это бред полный, смотрите на меня. Конечно, и косячок я когда-то покуривала. Но это было давно. То, что мой муж там покуривал, я нет. Ну, как бы я это не обсуждаю. Потому что для меня то, что человек курит косяк, у меня многие друзья курят косяк, это нормально. Вот, для меня это смешно. А то, что я что-то попробовала, мне было плохо, это говорит только о том, что человек не друг. Этот человек не имеет, мне кажется, ну, я не могу даже назвать хорошим человеком. Потому что... Ни один друг, когда с ним ругаешься, он такое не расскажет. Если там твой друг умирал, да, ему было плохо, о таких вещах не рассказывают. Такие вещи делятся самыми близкими. Мне позвонил мой бывший супруг, и я поделилась с ним, что вот я лежу, да, на капельницах, мне плохо, такое-то случилось дело. Хотя мы уже развелись. Потому что я считала этого человека самым близким, и об этом знали мои только близкие друзья, Маша, Мэри, Арман и Бекушев, он там, кстати. И... Знаете, когда человек, например, работает в журнале и не опубликовал это, а этот идет потом через время, чтобы себя отбелить и рассказывать, ну, это странноватенько, да? Слушайте, мне все прекрасно дадут, у меня ничего нет, у меня дают то, что я один раз попробовала, что-то ничего не было. Вот. Какое же крутое время, когда ребенок спит, согласна, когда маленькие дети, да. После курить это ненормально, ты о чем тебя могут смотреть на 20-летние подростки с подростками? Женщины, которые мне пишут хуйню. 16-летние подростки могут покуривать побольше вас уже косяки, ну так, если честно, и трахаться. Вот. Поэтому это зависит только от вас, от вашего воспитания, а вообще на самом деле это зависит от вашего ребенка, чем он занимается. Вы можете быть нереально давать ему воспитание, все. Но если у вас ребенок уже родится, у него есть какие-то, поэтому он может пойти покурить и травку, и не только травку, и чем-то еще заняться. Не смешите меня, пожалуйста. А тут он зашел ко мне в эфир, послушал про то, что люди курили травку, и пошел, о, я попробую, Лиза сказала. Лиза должна понимать, что это же на весь эфир, бля, что дальше, такой бред несете. Такой бред. А тогда, слушайте, когда вы бухаете, вы тоже об этом думаете? Я нормальный человек, и это нормально. Вы думаете, что мне стыдно за это? Я не сказала, что это нормально. Моя дочь... Почему моя дочь должна курить косяк? Почему моя дочь вообще должна курить? Моей дочери ни мама, ни папа не курят сигареты и не выпивают алкоголь. Моя дочь не видела, чтобы при ней пили алкоголь. Только извне, наши знакомые, друзья, там его мама, там бабушка. Поэтому моя дочь явно этого делает, ну, я думаю, она вряд ли будет. Если вы думаете, моя дочь покурит косяк, 16-17 лет придет, мне об этом расскажет, я ее убью за это? Нет. Я просто скажу, что зачем тебе это надо, и поговорю с ней. А вы делаете со своими детьми, как вы хотите. Понимаете? Потому что человек пришел с говном, ему все равно, что отвечает, что стоит в своей грязи, его не перебороть.
что вы похер на дочь. Но это ваше мнение. Но для меня, вы человек, который сидите в моем эфире, считаете, что мне все равно на дочь, кто-то считает, что я тупая, глупая. И смотрите этих людей, это говорит о том, что вы себя вы зеркалите. Вы говорите о себе сейчас. Но не обо мне. Так, такой бред сейчас пишут. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Главное, не вспоминайте хорошее. А про это мы тоже будем писать с вами. Буду вам рассказывать про развод, про фазы. Неужели ты ничего, Леша, не... Я не собираюсь общаться с этим человеком, мне он не интересен. Для меня человек не интересен. Я сказала, он даже... Он просто... Я люблю людей, которые отвечают только за себя. Все. А люди, которые пытаются, например, их укололи, сказали правду про них, засрать другого человека грязью, вылить грязь на них, это отвести внимание от себя. Так делают только слабые люди, понимаете? Надо учиться отвечать за себя. Вообще настоящий мужчина. Боже мой, я очень благодарна. Знаете, вот три брака. Мне говорят, чем ты кичишься? А я теперь знаю, какой человек точно со мной будет рядом. Понимаете? Конечно, не застрахована, что я влюблюсь. Мудака. Но все же. Вы меня поняли. Я наконец-таки действительно представляю своего мужчину и знаю, какими он должен обладать качествами. И если у него будут качества, как у некоторых прошлых мужчин, то это сразу он идет нафиг. Еще никто не жалел то, что с мужем развелись. Вы знаете, некоторые девушки мне пишут, что они жалели. А я считаю, что если ты меняешь свою жизнь, то очень легко все можно забыть. Если вам очень больно, вам очень плохо, и у вас есть такая возможность взять все, бросить и улететь, то сделайте так. Поменяйте свою жизнь. Поменяйте людей вокруг себя. Знаете, быстро забудетесь. Не знаю, Лиза, лично некорректно сказаться. Шел человек с настроением воодушевленным, а вы говно вопросами к ней. Да, Юлечек. Ой, Лилечка, да, рассказывала им про наши планы, что я сейчас буду мало в Инстаграм. Вот. А тут началось, как всегда. Я не делала ринопластику, без понятия. Но знаю, что моя подружка делала, у нее даже мешок под глазами. Поэтому, мне кажется, это как... Просто не бояться. Да нет, ты что? Я же, конечно, никогда ничего не расскажу здесь. Ага. Я что, не знаю, что ли, что потом мне все идет к чертям собачьим. Где будешь проводить Новый год? Даже не загадывала. Конечно, я собиралась в Азию на 3 месяца, но планы меняются. Впереди много работы. Выглядишь супер. За это мой филлер. Выгляжу ужасно. Я не знаю, как у нас будет шоу проходить. То, что у меня просто не осталось ресницы. Выгляжу прям уродина. Смотрю на себя в зеркало, прям уродина. Я не рассказываю про свои планы. Вы ничего не знаете, что у меня будет. Ладно, короче, начали о том, что я всем просила... чтобы мне скинули в Инстаграм. Если у вас кто занимается телеграм-каналом. Вот. И зачем делаешь пластику? Я не делаю пластику, я не знаю, о чем. Говорит очень. Ну, я имею в виду, сегодня я после этих таблеток как-то... Зачем ноги? Ноги. Ноги нужны, чтобы ходить, бегать. Кому позвонить, кто может, я, например, не могу. Ноги нужны, чтобы их раздвигать. Звезда, трудно поздороваться. Я со всеми здороваюсь в начале эфира. Девушки, я не могу... Каждый, кто заходит, со всеми здороваться. И я не звезда, не надо меня так называть. Не думаю про темные, нет.
Нет, я буду окрашивать новый волос. Я не то, чтобы хочу затемнить, но вы видели, что это вообще? Они все сломались, они просто как под мальчик короткие. Ну куда они, как челка стали? Почти все волосы, посмотрите, как короткие. А с этой стороны нормальные еще. Мне очень испортила девушка волосы. Я понимаю, что мне... Я хочу отрастить свои волосы, а потом покрашу блондинку. Потому что мастера я уже нашла, но я хочу как бы свои длинные волосы. Мне там сталь нарощенные. Хотя бы отсюда. Когда замуж выходила, в какой раз? Ну, у меня до сих пор, например, мне Арман присылал письмо на почту. Я до сих пор на почте Белинская. Насчет ревности, насчет всего. У нас есть в группе, там многие общаются об этом, девчонки. У девчонок что-то происходит, они пишут, общаются между собой. Выпадут еще раз покраситься, нет. А другие говорят, что развратные. Я на других не могу говорить, что развратные. Есть девушки, которые... Как это сказать вам? Вот сейчас опять что-то скажу. Я уж боюсь, что ты говоришь. Во-первых, я не развратная. А мне присутствует сексуальность. А есть, ну, как дешевое порно, знаете, вообще порнуха. Вот я смотрела наше русское порно, помню. С подружками включили, ржали. Все жопы прощали, такая неопрятная, знаешь. Американки, они хотят там, ух, почти на силиконовые, но у них кожа хорошая. Поприятнее смотреть. Есть девушка сексуальная, не путайте, сексуальность, и вот такой, не очень. Белоруссия, привет. Так, короче, пошла, и мне надо много еще дел сделать. У Мэри сейчас урок по макияжу. Я хотела тоже пройти, но у меня нет времени на это. Я вышла вам рассказать вообще, что как бы вы меня не теряете. Я скоро выйду из блога, кто меня не может найти, найдете, когда я выйду. Смотрите. Еще. Помните, я говорила про мат? Я блокирую сразу. Я уже 100 раз вам говорила, что... Я с вами не общаюсь на мате, я могу ответить. Я русский человек и считаю, что мат — это неотъемлемая часть нашей речи. Но именно с вами я не общаюсь на мате, поэтому прошу к себе такого же, да, отношения. Поэтому если вы грубо со мной общаетесь, вы идете в бан. Для этого не обязательно меня оскорблять. Для этого просто вы грубо общаетесь. Я не могу продвигать свой аккаунт через гивы, так как я провела конкурс всего, который прошел 15 часов, и меня заблокировали. Если будет гив, я хотела попасть в гив Гусейна, это 150 тысяч людей приходит, мою страницу вообще могу заблокировать. Мне нельзя этого делать, пока я точно не выйду из блока. А это 3 месяца надо было ждать тогда, пока не попала в блок. А сейчас я в блоке, я даже не знаю, когда теперь я выйду из него. Вот. Я сейчас никому не помогаю. Максимум, вот я увидела историю с девушкой. Помоги с работой и так далее. Вы есть сами у себя. Вы можете помочь себе сами. Как делаю я. Если у вас какие-то проблемы с головой и так далее, берете книги и помогайте себе сами. А вообще говорите себе. Разберитесь с собой. Мы разговаривали с врачом, с психологом. Я говорю, я так... Меня вообще когда спрашивают, что ты хочешь, что это, я ничего не хочу, я все знаю, мне все хорошо. Я знаю, что мы люди себя, мы женщины себя, калечим сами себя лечим. Просто многие не хотят сами себя лечить, знаете почему? Им хочется поныть, чтобы пожалели. А вот я сейчас, например, придерживаюсь того, что наоборот, меня никто не жалел, я сразу говорю. Со мной на эти темы не разговариваю. Ни в коем случае. Людочка, так... Почему некоторые делают гивы? Гивы не делают люди, у которых они не в блоке сидят. Вообще, понимаешь, какой у тебя блок или нет?
не вы блог. Меня не видно в поиске сейчас. Если я у вас есть в Инстаграме, вы меня видите. Если меня нет... Короче, другие страницы, которые на меня не подписаны, меня нет. Я исчезла. Я опять такой своих подписчиков существую. Но... Долго Лиза радовалась. Неделю порадовалась прям. Ты еще болеешь? Да, есть немножко. Так, про астролога мы еще разговаривали. Про астролога. Хотите, чтобы я поделилась с вами ей? Конечно, я бы хотела вам рассказать, что мне рассказала, но не расскажу. Я вчера Мэри задолбала, Юлю задолбала. Я в восторге в полном. Потому что я год назад была у другого астролога. Она мне рассчитала сейчас время, когда родилась. Просто там даже с детства, что у меня в детстве происходило. Прикиньте, по звездам даже видно, что у меня в детстве было. Это нереально круто. Отписок у тебя много в Инстаграме? Ну, за то время, за 7 месяцев моего блога 50 тысяч где-то отписалось. Ой. Ну, 50-80 за полгода. Да, большая отписка идет. Ну, слушайте, так мой бывший супруг мне подкручивал там, я думаю, что это боты еще отписались. Здравствуйте, здравствуйте. Так, насчет астролога давайте я вам расскажу. Так как я кое-что еще готовлю, там будет и... Ладно, просто про астролога расскажу. Очень круто, вчера посмотрели все мне. Вот. Ну, я вам правда скажу, что я в восторге. Я, в принципе, так все знала, что все будет, но я просто в восторге. Нет, я еще не делала губы. Сегодня как раз мы общаемся. Общались с косметологом. Видели, лиси глаз делают? Как-то вот сюда не поднимают, нитями сюда поднимают. Я хочу вот так делать. Можно астролога? Я с ней поговорю, потому что это не реклама. Это человек просто взаимодействием, как бы. Потому что человек был готов, да, у нее, как бы, и она не нуждается в рекламе, так как это человеком такая очень крутая астролога. Рекламе она не нуждается, мне нужно спросить ее разрешение вообще, в принципе, можно будет или нет. Вот. Но мне она очень понравилась. Я поняла, что общаясь с людьми... Вот почему я говорю не материться, да, вам? Иногда бывает, рассказываю историю, но этот мат, он, как бы, понимаете, да, подходит. И когда ты сидишь, кукол, блядь, ты почему не это? Что-то неприятно, это некрасиво. Даже интонация. Когда ты разговариваешь, очень важна. Приятно же разговаривать, когда я с вами разговариваю, да, вот так. А не когда я... Только испортишь себя? Почему? Господи, мне с этим эфиром чайчится. Пускай это попадет в телек. Вы так мне говорите, господи, боже мой, что что-то это... Я что-то сделала, нереально с ума сойти. Люди реально так думают, смешно. Особенно, которые бухают часто. А мне того, что я что-то там один раз попробовала, мне стало плохо, это вообще херня полная. Почему ты не поехала с Мэри в Турцию? Какая Мэри и какая Турция? Где Мэри в Турции? Что-то я не поняла, когда это Мэри ездила в Турцию без меня. Смотрите, очень хочу открыть салон. Помогите мне, пожалуйста, купить оборудование. Вот, чтобы вы понимали, таких сообщений приходит очень много в директ. Слушайте, мне очень нужна квартира в Москве. Очень нужна. Помогите мне купить квартиру в Москве. Ну, хотя бы однушку можно, пожалуйста? Ну, помогите, а? Ну, что, давайте скинемся все. 500 тысяч подписчиков. Угу.
Мне кажется, даже если Ось по косарю скинемся, вообще нормально будет. Я и дом себе куплю. Ну чё вы, я очень хочу квартиру в Москве. Вообще, ребят, мне не на что жить как бы сейчас. Мне очень нужна квартира, жить негде. В кафе останусь. Давайте поскидываемся по-братски. Ну чё вы? Сталин даже, да. Вы знаете, что у меня по цифрам, как у моей мамы, у меня, по-моему, 4 единицы. Цифры, как у Сталина. Поэтому у меня такой характер жесткий. Да, я в блоке. Какие цены в Москве? Ну, слушайте, можно купить квартиру, прям вообще разваленную, бабскую, где-нибудь на окраине, за 8 миллионов однушку можно будет купить. Ну, конечно же, я хочу не однушку, и давайте не в развалины, хотя бы 50 миллионов купим. Ребят, скинемся. Давайте, а чё? Вы же меня так любите? Я тоже хочу подарки от вас. Давайте. А чё такое у меня все просят? Иди вы позже. Да. Тебя сколько, не помнишь, энергетика? Ой, не помню. Несоответствие внешнего вида и характера, насколько base face и характер гопник Валеры бывают. Да, мне не соответствуют. Знаете, я хотела над этим работать и меняться. А что, например, мой друг Арман сказал, что ни в коем случае. Нет, на собой надо работу делать какую-то. Но типа это такая есть. И, например, видите, мои друзья это берет, им очень нравится, что я очень разная. Бываю. Не гопник. Я когда за кого-то заступаюсь, у меня просто... Я как мужчина, наверное, начинаю. Ну, почему гопник Валера выходит? Он начинает защищать, заступаться. Я же так не могу говорить. Зачем вы оскорбляете? Зачем вы убежаете? Я говорю, что ты нам сказал? Это ужасно. Я знаю, что это ужасно. Это происходит только в тех случаях, когда кто-то кого-то обижает или кто-то как-то вот меня обижает. Знаете, он просыпается, это как некая личность, которая меня защищает. Я не хочу говорить про детей. Они просто такие крутые. Я очень люблю детей, сейчас расплачусь. И так много, они такие маленькие, с хвостом, блин, я бы сейчас расцеловала бы эти щуки. Нет, я не хочу детей. У меня есть дочь. Да, ой, сейчас то, что мы прослеживаем. У меня же прям... Да, нельзя, это дети. Мне же надо смотреть. Я смотрю, это слезы радости, чтобы вы понимали. Я просто люблю детей. Для меня я на всех дни рождениях все ребята села с моей дочкой и с детьми. Поэтому тетя Лиза, это тетя Лиза больного, где кроме пойдем. Всегда. Ну, я с малыми много проводила времени. Сейчас я всегда, наоборот, не провожу время. И, может, мне тяжело как-то бывает. Да, спасибо. Потому что я в душе ребенок. Честно сказать, мне с ними очень комфортно. Они меня понимают. Честно, я скажу, да, я себя чувствую как ребенок. Детская энергетика, она мне очень подходит. Мне с ними очень классно. Давай детей с тобой сделаем. Детей я буду делать еще не скоро. Через пару лет. Ладно, я выхожу с эфира. Я надеюсь, что вы мне рады были видеть. Не теряйте меня, у меня все хорошо. И не будьте злюками, крюками.